Да, хочу поздравить наших болельщиков с приездом здесь. К сожалению, неудачный день для нас и для их сегодня. Зенит был, так сказать, больше опытный, больше качественный сегодня, пользовался нашими ошибками и просто заслужили выигрывать, поэтому что мы это позволили сегодня. У нас, очевидно, там перестройка команды. 3-4 важных игроков ушли из клуба, ждем этих новичков, сезон уже начал. И ничего, продолжаем дальше, первый тур за 7 дней, у нас Арсенал Тула дома, и надо готовиться каждой игре как к финалу и просто забрать все силы всех игроков, чтобы каждую игру попробовали брать очков. Каждая игра будет для нас, как сказал, как маленький финал. От начала сезона у нас очень сложное расписание. С этим игром сегодня от первых 7 игр Суперкубока и 6 первых туров у нас 5 дербия. Там еще раз есть Зенит. Сегодня был Зенит, еще раз есть Зенит. Там ЦСКА, там Динамо, там Краснодар. Там будет очень сложный график. Да? Правильно график слова, правильно, да? Да, Марко, правильно. И надо, как сказал, готовиться к каждой игре. Марко, основные причины поражения просят коллеги? Я уже сказал, так. Зенит очень качественная команда и очень опытная команда, которая супер качественно пользовалась нашими ошибками. Игра, можно сказать, была и так равна один момент, но все три гола мы просто привезли сами себя, таких ошибок нельзя сделать против такие команды, как Зенит. Но это просто так получилось. Сегодня у нас есть наша работа, как сказал, перестройка команды есть на данный момент. И не будет простой сезон у нас, это понятно. И, как и сказал, надо собрать все силы, надо забрать и чуть уверенности, это можно только с победами, так для нас самая важная игра Тульский Арсенал в первом туре. Что вы скажете по трансферной политике, на какие позиции надо усиление и на какие позиции мы можем рассчитывать в этом сезоне? Да, ну, для меня, я об этом говорил много раз, моя команда самая лучшая. Наверное, каждый из нас тренеров хотел бы больше, чтобы у него был команды Месси, чем какой другой игрок, но Месси нет, он там играет, где играет. Так я всегда буду с моими игроками. У нас, да, молодая команда сейчас, очень много, если смотрели осторожно на скамейку, очень много игроков, которые пришли из нашей академии. У нас еще есть два места за иностранцев. Тоже у нас травмирован Зе Луиш, как знаете. Так мы не в самом хорошем состоянии на данный момент, но надо справляться с этим. Трансферов еще не было, так не могу ничего комментировать. Когда сделаем какой трансфер и просто усилим команду, тогда буду и прокомментировать. Я думаю, что там какой процесс есть, но это надо все привести к концу.